Социально-предпринимательская корпорация «Акжаик» приступила к работе по сбору овощей, выращенных местными дачниками. В настоящее время продукция жителей садового общества «Первая дачная» была собрана и сдана на склад социально значимых продуктов. Это картофель, морковь, капуста и лук. Подробности в сюжете. Дачник Сергей Шемин рассказывает, что о том, что овощи можно сдать в АО «СПК «Акжаик», узнал из соцсетей. Очень удобно, что они сами приезжают и забирают их. Не нужно тратиться на транспортировку и аренду мест для реализации товара, говорит мужчина. На 6 сотках земли дачник выращивает свеклу, огурцы, морковь, помидоры, лук и не только. Раньше приходилось с рынков продавать. Раздавать знакомым, родственникам, товарищам. Никаких проблем, я не испытываю проблем ни с доставкой, ни с транспортом, ни с какой логистикой. То есть собрал, ко мне подъехали, я отдал, все. Данная программа на территории Западно-Казахстанской области действует с 2023 года. На протяжении многих лет дачники испытывали проблему реализации излишков овощей и фруктов. Зачастую им приходилось раздавать бесплатно то, что не пригодилось самим. Теперь излишние овощи на реализацию можно сдать в СПК «Акжаик». К нам в Западно-Казахстанское общество садоводов и огородников обратились. Очень много было обращений со стороны дачников, чтобы помочь им в реализации своих излишков. И мы, соответственно, в свою очередь обратились в Акимат, который поддержал нас очень активно при его содействии. И совместно с АО СПК «Акжаик» мы очень благодарны, то, что они организовались такие и помогли нам, помогают нам в реализации излишков садоводства и огородничества. В этом году на такие социально важные культуры, как картошка, морковь, капуста, свекла. Вот СПК «Акжаик» свой стабфонд закупает сейчас активно у дачников. Проект будет развиваться и дальше. Представители АО «СПК «Акжаик» рассказывают, что со следующего года теперь будут принимать и фрукты местного производства. Корпорации заявили, что готовы принять предложения и от других дачников. Напомним, что из овощей принимается только картофель, лук, морковь и капуста. Цена варьируется от 90 до 120 тенге. Дана Керимбаева, Айбулат Джигапар, Александр Крабрев, телеканал ТДК. 42.